Теперь слышно, там Вячеслав что-то настроил. Ну, слышишь меня? Да. Ну, вот настроил. Вот у меня подключено все. Но что-то там делалось. И у меня сегодня этот компьютер забирают. Там я остатки защищаю и увезут. Там приходил вчера мастер, этот Виктор-то, и там хотят всю шелуху убрать. Перезагрузку сделать. Понятно. Ну и так. Так, ну у меня тут сейчас не очень, может быть, хороший звук, но вас слышно, главное, поэтому на этом пока остановимся, что вас слышно и хорошо. Слышу. Ну вот хотел задать вопрос. 1 апреля 2021 года читаем такую новость, что протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой в Ростовской области. Вот я тут показываю тут этот протоиерей. Посчитать бы, сколько у него тут железок этих на груди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15, да на той стороне у него сколько еще? Видишь, какой заслуженный. 20 насчитал я. Ну вот, ну пускай 20 будет. Ну Так, вот, вопрос еще. вопрос такой. Сейчас я прочитаю кратко, да? Да это, Обнаружили тело. у меня все это написано, я это знаю, не трать время. Да, я понял. Хорошо. Вопрос-то в чем? Вот я полез на тут Общественный совет МВД России. Тут Да. его биография дана. Вот. Тут Главное управление по Ростовской области. Полез на сайт Русской Православной Церкви. Тут про него 10 новостей. Но самая последняя новость 16 мая 2019. Полез на сайт Православный Дон, официальный сайт епархии. Тут про него тоже никаких новостей нет, что он умер. То есть, что он самоубийством закончил. То есть, почему церковь-то, во-первых, не пишет про это? Что-то какое-то странное. Ну, вот я нашел тут указ, что он назначен в 2012 году был руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Ну, то есть церковь молчит просто, священник покончил с собой, а церковь молчит. Это первая часть вопроса, а второе, как во свете Библии вообще это рассматривать, события? Ну вот это другой вопрос уже. Так, я эти местности знаю. Там мы были, у нас ставка была в шахтах, город Шахты. Там мы останавливались, когда еще по этой стране работали. А потом мы уже в Калугу перешли, а потом уже в Германию, а потом уже... Ну вот что сказать о нем. Что епархия это ничего не говорит. Тут понятно. Я как бы не конкретно о нем говорю. Об этом отзыву тоже, если его там друг какой-то, кузнец, что-то перечисляет. Я могу даже сейчас сказать это. Посмотрел везде тоже места. Епархия что может говорить-то? Когда расследование не окончено, все еще говорят, будто бы. Какая причина? Может быть, кто-то исповедовался такой, что какую-то тайну открыли, да теперь убрали. Ну, то есть всякое бывает. Отрицать ничего нельзя. Другие говорят о том, что у него онкологическое заболевание позвоночника было. Патриарха на этом нажимает. А друг его, который говорит, мы с ним на неделе только жрали водку. Прямо пишет, жрали водку. Ну и другие говорят, вот тут вещь какой-то был вечер, и он с нами был, веселый, батюшка и прочее. Никакой болезни речи не было. Поэтому как судить, когда не знаешь? Но суть не в этом. Для меня это разницы никакой нету. Я просто пользуюсь этим моментом, хочу сказать, что их епархия ничего не отвечает и правильно. Они только сказали, что самоубийство, был в комнате, оставил записку, вышел во двор, Мартушка вышла, его увидал, он уже мертвый. Но это не просто так где-то. Вот. Другие говорят, там деньги, поборы с них были какие, ему нечего было, он там в кредиты взял, то другое. Речь идет о самоубийстве. Епархия сказала, не отпевать, ни поминания в церкви нету, ничего нету. Почему самоубийство? Это страшный грех. Я сейчас прочитаю, как они эту тему раскрывают. Сейчас у меня тут маленько закрыто, сейчас я заоткрою события дня.
Так. Потому что пришлось перегружать, у меня вся эта премудрость-то ушла. Вот так. Сейчас я. Вот. Игорь Петровский. Ну, он у них как называется, руководитель отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами был Немыкин-то. А это, ну, по связи с народом, так сказать. Называется у них эта тема или что-то. Выступали по телеканалу «Спас», а тема у них одна – «Тест на правду». Ну, правда, неправда, еще раз говорю, мне это не столько важно. Я посмотрел, когда он был рукоположен, раньше срока. Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. Зачем он согласился, это я не знаю. Дальше определенная щетка говорит. До принятия сана он был участником боевых действий. Был даже контужен. Написано «до принятия сана». Ну, был священником и также часто сопровождал отряды в горящих точках. У отца Андрея был сахарный диабет и постоянной боли в спине, на которую жаловался. Тут все расходится. Но дело вот в чем, что епархия признала это самоубийство, и поэтому ничего другого тут не надо ждать было. Вот. Теперь я про самоубийство хотел сказать. Сколько таких самоубийств мы знаем в Святой Библии, и как к ним этим людям относятся? Вот. Определенно, Судей 9 глава 53 стих говорится, что Абимелех, когда убил братьев своих, ну, а теперь стал завоевывать город. И женщина одна бросила обломок женщины, обломок жернова на голову Абимелеху и проломила ему череп. А Абимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его. И пронзил его отрок, его и он умер. Дальше говорится, что? Что и отрок этот тоже не желез. Считаем в другом месте. Вторая книга Царств 17:23. Когда Давид бежал, то он вместо себя оставил там Хусти, его близкие, и говорит, самая опасность у них будет совет обязательно. Обязательно совет будет. Абисалом сделает. И опасность представляет самый умный у него советник Ахитофел. Тебе даже не догадаться, что он замыслит, но только говори против, что он будет говорить, а ты разрушай это. Ну и так и было, и Господь сделал, что послушал. Ахитофел говорил, немедленно ночью нужно напасть на Давида. Немедленно, пока люди не опомнились. Хуси говорит, ну а ночью-то пойдут, а кого-то убьют, а Давида знают, он воинственный такой, и будет паника, люди разойдутся и разбегутся. А надо сделать так, собрать людей побольше, да и утром и положено войне-то, и подготовиться, и напасть. Вторая Царств 17:23 говорится, и увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, понял, что тогда проигрыш будет, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. То есть это связано с каким-то понятием, что ему все равно не жить. Вот мы считаем об этом, когда арест начался, Тухачевского арестовали, там какие были гамарники, все они начали стрелять. Орджоникидзе тоже покончил жизнь самоубийством. Сегодня уже доказывается. Почему? Ну, завтра арестуют, будут пытки. А раз загробной жизни нет, мне все равно не жить, пуля в лоб. Это было во время войны. Неоднократно. Где-то там под Ржевом охватывает и, ну, неправильно руководил. Он знает, его расстреляет, как Павлова. И он сам себя убивает. Я сегодня посмотрел, имена, все собираю. И это не надо. Всех этих модулей не соберешь. На них надеялся там свой Гитлер. И точно так же началось самоубийство. Притом массовое самоубийство людей. Матери привязывали ребятишек к себе и тонули. Другие резали вены себе, потому что советские варвары пришли, и все везде насилие, насилуют женщин. Их так оповестили. А русские-то воины даже спасали их, когда они тонули-то. Ну, то есть самоубийца кто? Ну, Гитлер подробно все описывается как. Геринг самоубийца, Гиммлер самоубийца. То есть самые приближенные Адольфа Гитлера самоубийцы в аду горят. Для самоубийцы нет прощения.
Потому что вот церковь правильно тут ответила насчет этого Андрея. Это страшный поступок. И выхода из него никакого нет. Я потом прочитаю. И вот считаем мы Матфея 27:5. Иуда, говорит, бросил серебряники в храме, вышел, пошел и удавился. И сегодня говорить, если об Иуде, только как предатель. И где он? Ну, разные басни строят, что он знал, что Христос в ад попадет, выводить там будет, и он хотел туда же залететь, и чтобы там упросить Христа, простить и вывести его. Ну, это все бабьи басни. Считаем мы в первой книге Царств 31:4, когда началась война, предсказано было, что Самуил из загробного мира сказал, что Саулу будет полное поражение, и Библия пишет, сказал Саул оруженосцу своему, обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда взял Саул меч свой и пал на него. А оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч, и умер с ним. То есть самоубийца. И до Савла, Саул это Савл, ну, однозначное имя говорят, как Никита и Николай. И не было в Израиле, нигде не упоминается это имя. И только на Сауле мы опять видим, всплывает. Вот. То есть, Игнатий Тихонович, получается, да, еще помимо этого, то, что сейчас сказали, значит, вот да, он родился в 65-м, рукоположен в 92-м. Это 27 лет ему. Да. Это один канон нарушен. Второе, что он, будучи военным, скорее всего, убивал, правильно? Нет. Этого нет. Священники не убивали. Их не давали стрелять. Нет, а он же служил до этого. Служил. А, да, но если служил, когда до священства, то вполне возможно. Он убивал. Но если он убивал, то его не могли рукополагать по канону, опять же. То есть это два канона, получается, нарушены на нем. Если он был тогда уже верующий и крещенный до этого, то никогда его ставить уже нельзя. Ну так наверняка он был верующий и крещенный-то. Если он, ну как... Но мы же не знаем, когда он был крещеный. Речь идет о крещении. До крещения что было? В крещении все смывается. Да, понятно. Но если он был крещеный, когда воевал на службе, в Чечне он там или где был? Все, он не может быть священником. Это канон уже, прямо определенный канон. Понятно. Вот дальше я считаю, вот, ну, как относились вообще к убийцам. О них заботилось государство, нечаянно убил. Я сейчас прочитаю, каноны я сегодня посмотрел, есть вольное, близвольное и невольное. Вольное, когда приготовился, там засел где-то, подкараулил, убил. А невольное, дрался, и ты не думал убивать, но ударил в такое место, в висок его и убил. Близвольное. А невольное, когда ты палку бросил в собаку, а тут ребенок выскочил, или машину пятил и задавил. Вот такое бывает. Если он священник был, все, сан снимается, независимо от какой вид был. А если уже убийца, тут государственный закон сыграет. Так вот здесь считаем Иисуса Навина 21:13. Итак, сынам Аарона священника дали город убежище для убийцы. Хеврон и предместье его, Ливну и предместье его. И далее перечисляется, какому колену куда бежать. Два колена, кажется, в один город. Почему? Нечаянно убил. Кровная месть, догонят, убьют. Если он успел доскакать до этого города, то и город не имел права его выдавать, пока не будет расследования. А если расследование было, и он невольный, только для невольных убийц. Для невольных. Здорово, как умно это все было сделано. Тогда они жили до смерти первосвященника. Как только он умирал, полная амнистия. Но и сегодня так бывает, власть меняется и начинает выпускать. Тут схожесть какая-то так просматривается. А Исаия, считаем, 1:21. Как сделалась блудница и верная столица, исполненная правосудия. Правда обитала в ней, а теперь, тире, убийцы. Где он был? В Откровении считаем 22:15. А вне города псы и чародеи, и любодеи, и убийцы. Идолослужители, всякие любящие и делающие неправду. А у него это была неправда за неправдой. Вот правило Василия Великого считаем 43-е. Оно поясняет все правила. 43-е. Тимофея Александрийского, это из книги правил. Вопрос 14-й. Если кто, будучи вне себя, больной, наложит на себя руки, самоубийца, или повержет себя с высоты, ну, с 10-го этажа спрыгнет, за такового
должно ли быть приношение или нет? Ответ. О таковом священнослужитель должен рассудить, подлинно ли он, будучи вне ума, соделал это. Ибо часто близкие, пострадавшие от самого себя, часто желая достигнуть, чтобы о них было приношение, молитва, неправдую, то есть говорят ложь, и глаголят, что был вне себя. Не в себя, это должна быть справка психиатрии, что он лежал неоднократно, он приходит в такое состояние. Может же быть, что соделал это от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия. Я таковом не подобает быть приношение в церкви, что-то жертв, ибо есть самоубийца. Поэтому священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывать, да не подпадет осуждению. Ну, тут осуждение такое было, что определенная щетка. Показано, что он самоубийца. Епархия сразу заявила. Епархия. А другие, которые говорят, епархиальные там СМИ говорят, что это говорят, что не надо. А дальше. Россия является в тройке лидеров по числу самоубийств. Я материал могу этот показать даже, как это есть. Вот так. Это у меня большой материал собран, я вас сейчас покажу рядом. Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты жизни сводят почти 800 тысяч. А теперь показывают, я посмотрел новые данные, 1 000 000. Таковые данные доклада опубликованы Всемирным обществом здравоохранения. У них Дня предотвращения самоубийств отмечается 10 сентября. Вот так. Все то же, вот совершается, говорит, не учитывается. Попытки в 20 раз чаще, чем удавшиеся самоубийства. Мужчины кончают с собой чаще, чем женщины, иногда в 6 раз. Вот так. Ну и тут я просто показываю, откуда. Государство наше в первую тройку входит. Где меньше всего? Я же просто так прокручу группу. Риска, мужчина, молодые, сколько на 100 тысяч... Данные все выглядят. Мужчины сводят счет жизни значительно чаще. Вот по общей. В среднем в 1,8 раз. 0,8. В странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до 3-кратного. В то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно. Ну и дальше самым высоким. Вот я все это взял, показал тут. Ну не свои данные. Женщина убивает себя чаще мужчин лишь в 5 странах. Бангладеш, Китай, Лесото, ну, Марокко. Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет. Среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространенная причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть. То есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства. При этом в целом уровень суицида во всем мире продолжается медленно, но неуклонно снижаться. Быстрее всего происходит в Европе. Население России по числу самоубийств показатель 2,5 раза выше, чем в других местах. 26,5 случая на 100 тысяч против 10,5 общей, средняя. Ну и для сравнения показываю все это. Сейчас перед экраном у меня идет. Вот дальше мужчины, сколько в среднем. Вот. У нас россияне мужчины убивают себя в 6,5 раз чаще, чем женщины. В общей сложности в 2016 году в Российской Федерации покончили с собой 44 673 человека. В пересчете это примерно 122 самоубийства в день. Или по 5 каждый час в России. Таким образом, один житель России сводит счеты жизни в среднем каждые 12 минут. Считаем Иакова 3:18. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем и бывает, что посеет человек, то и пожнет. Иосия 8:7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Вот такое есть.
по первому Коринфянам 9:27, ну, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы там, ну и дальше понятно, проповедую другим, самому не оказаться недостойным. Я к чему это говорю? Он отправлял на смерть людей. Он сфотографирован неоднократно с военными. Настоящее истинное покаяние в этом, по этому делу я встречал только у архимандрита Спиридона Кислякова. Там нельзя без слез считать. Когда ему Бог открыл это, он полковой был, полковой архимандрит. Архимандрит, значит, священник был. И он отпускал грехи, благословлял на бой за Русь святую, за православие. И он понял, я на смерть посылал, я убийцы. Я убийца. И он себя другим не мыслил после этого. Вот чего сегодня не хватает в рассуждениях. Совсем нету. А как же Корнилий? Корнилий подал в отставку. Ну а как же Лонгин, ну, креста был? Он подал в отставку. Вы житие считайте. Он гражданским был и умер за Христа. Ну, о них дальше описывается. Я не конкретно говорю. Но не так, что... А вот Пересвет и Осляби, а их Сергий Радонежский благословил. А вот за этот Сергий Радонежский нужно было отлучать от церкви, извергать из сана. Он нарушил канон, который говорит, что если принял человек монашество, ни под каким видом не имеет права менять одежду на военную. А если будет такое, анафеме предается. Так что Сергий Радонежский под анафему попадает. Вот как. Этот вопрос очень серьезный. И поэтому я внимательно с божественной стороны рассмотрел по канонам, по житиям святым здесь. Я не про этого священника Андрея, я не говорю, я его не знаю, не встречался. Ну, судя по тому, что у него почти 50, как вы насчитали, разных наград, так назовем, за военные действия, то ясно дело, что руки его были в крови. И поэтому что посеял, то пожал. А как он? Он пишет, да, что я считал сегодня, у него были такие сны там страшные и прочее смятение в духе. То есть убитые, расстрелянные стали являться. А может быть и стрелял. Ну, он как штрафбат, фильм показывает, там священник с винтовкой, там и с воинами разными. Здоровый, крепкий такой артист играет. Были, да, может, такие? Да. А может и были. Про этого я ничего не знаю. Только хочу сказать... Он занимался тем, что благословлял людей на войну в своей стране. А вот теперь мы все это и проглатываем. Сеявший ветер пожнет бурю. Вот это я прочитал Осия, пророка, 8 глава, 7 стих. Да, мне... да. Наград только не 50, а 20, мы насчитали, 20 орденов. Ну, не знаю, медали там какие-то другие, я видел что-то много сильно. 20, да. Угу. Ну, вот так. Значит... Я не могу сказать, убивал или нет, но по смыслу он не должен был этого делать, иначе сан снимается. Священнослужителя даже по закону и в армию нельзя призывать. И поэтому относительно этого события, что там было? А я знаю это, вот я сижу в камере, и вот, батюшка, я хочу вам исповедоваться. Ни под каким видом, я от него другой, уберите его от меня. Он сидел, трепался на верхней шконке сотни раз, а теперь раз, его на допрос... А он, а, поп меня заложил. Поэтому я про священников предупреждаю. Никаких исповедей в лагере не делать. Не делать. Тайны никакой. Если он в этом исповедовался, и в деле у него это есть, сверься, тогда можно исповедовать. Только тогда. Потому что это грозит смертью. Попа объявляет вне закона. Он заложил. А что он заложил? Он ничего не заложил. Обман. Ну, я имею опыт в этом деле, поэтому никогда ничего тайного, чтобы не было. У меня был недавно один случай, мне один. Я хочу исповедоваться. Я бежать от него. Он за мной. Я говорю, не бегай, я слушать не буду. Ну, и после этого-то попадает куда. А так бы... Я не священник. Это мое благо. Я не священник. Это меня спасает от многого. И никаких исповедей вообще не надо делать в тюрьме. А еще было такое, Петр I дал указ, если будет исповедоваться замысел какой против государя, свержение власти, поп не имеет права молчать. Исповедь, тайна стала раскрываться. И от церкви миллионы отошли, как говорят. Ну, это я считал, у Спиридона про это есть. Один исповедовался там, ему каялся один. Ну, а поп-то рассказал про него и сразу арестовали. Он говорит, я ничего не сделал, у тебя замысел был. Ну, и накрутили мы там лет 15-20.
А теперь через другого он только пришел, каялся. Он возненавидел все. Вот что по этому поводу могу сказать? А самоубийство епархия рассудила абсолютно правильно. Ее судить не надо. Они посчитали вопрос решенный, доказанный. И какая бы ни была беда, он не имел права этого делать. Он подвел всех, и семью свою, и... Но церковь, говорит, поступает так для того, чтобы другим не было неповадно. И канон исполняет она. Мы сейчас считали только, а нельзя этого делать ни под каким видом. Даже толковать об этом не надо. Почему? Потому что, ну, есть и каноны, которые нам свидетельствуют, нельзя этого делать. Я сейчас только считал об этом. Это вот написано где, сейчас я могу заново просчитать. Это священники пишут. Так, я считал сейчас канон, правило одно. Итак, это что у меня было? Тимофея Александрийского, вопрос 14. Тщательно исследовать. Он был не больной, как говорят, и, видимо, выпивал. Что там было дальше? Нет. А да, когда я зарядил поискать, где сколько священников были, один там 8-летнего ребенка застрелил, жену и себя. Другой заперся, и у него 4 ребятишек было, сгорел сам, и жена, и дети. А когда угольки-то разбирали, бензину при нем все облил. Что там было? Подозрение на жену или как? Это раньше было. А он тоже связан был с кем-то. У него там требовали денег, там что-то такое. Но главное, нашли на двери, который запор, изнутри стоит закрышка. Они не могли выйти. Он ее сделал, видимо, на замок, на ключ. Это раньше было. Много писали об этом. Сейчас не могу сказать, в каком году, где это было. Но вот такое дело. Он закрылся и спалил. Это на 100% уже доказано было. А у верующего, по-настоящему он бы верующий был, он бы не делал это, как Смирнов Дмитрий. Не благословлял бы на войну. Он бы трудился для Бога с этими людьми. Поэтому, что посеешь, то и пожнешь. Конечно, трагедия страшна в любом случае. Не говорю об этом конкретном. Но епархия уже заявила, что это был поступок из ряда вон выходящий, страшный, трагический. И никому славы в этом нету. И при том он накануне только еще был и разговаривал, встреча была, и веселое лицо было. Что такое было? Иные предполагают, что его убрали. Так он записку оставил, заставит записать. Так из его даренный пистолет ему подарили, как военному, из него. Ну, это все могут сделать. Там же дальше ответ дается. ФСБ говорит, все может сделать. Не знаю. Не знаю как. Ну, вот мне говорят, а если бы тебя принуждали? Да у них и в ум это не придет. Как-то на новый завод меня послали, я узнал, ну, бетонщики, под станки делать надо основание. Ну, и сказали, надо фотографию большую, там такую, пропуск такой, большая фотография должна быть, не маленькая. Я говорю, а почему? Военный завод. Как военный? А я уже на территории, я оттуда сразу. Куда ты? Я пошел, тебя уволят, тебе там, меня не касается, военный завод. Я мирный человек, я ухожу навсегда отсюда. Ну и меня там уже, видимо, было дано причину какую-то найти, что я занес водку, и там распивали. А я к этому охраннику говорю, я в рот не беру, завтра на того и все смеяться буду. Да ты что, да, иди отсюда. И меня выгнали. Это еще в Новосибирске был когда. Если в карман могут подсунуть тебе наркотики, вот там многие сидят, дескать, милиция, ну, вот там героина, грамм 5, больше не надо. Я говорю, мне не подсунули. А почему? Я в рот не беру, борюсь с этим. Над ними смеяться будут. Но все-таки поверят. Невинный, осужденный. А раз невинный, мне награда от Бога. Верующим быть хорошо. Об этом, священники, что можете сказать? Ничего не могу сказать, кроме того, что сказала епархия. Я верю епархии. А что, деньги брали? Да, были, говорит, брали там. Ну, когда едет архиерея, там везде берут это, они там в конвертах. А у нас тут приезжают, ни копейки нет. Ну, еще батюшка есть там, угостит, и все. Нам Бог дал и архиерея, который был, и птихи курочки. Никогда, нигде ничего не просил. Носков даже не было. Настоящий подвижник. Аскет. Ну, и здесь у нас сейчас вот Алтайская митрополия. Митрополит Сергий Иванников. Я считаю, это просто дар неба для нас. Дар Божий. С народом. Заступается.
Его даже один тут в другой епархии упрекнул. Посмотрите, но мы-то к РПЦЗ относимся, и он за нас так заступается. А тут за своих нет, одного за другим сдают. А как, кому что, мы молились, мы очень просили. И поэтому, ты знаешь сам, брат Николай, как мы написали патриарху Кириллу, слезно молим, чтобы никак никуда не девали этого архиерея нашего. Хотя мы к епархии не принадлежим, мы не московская патриархия, но у нас все единое. Единое. Поэтому, когда он бывает, я всегда причащаюсь у него, приезжает к нам. Мы те, которые всегда признавали благодатность московской патриархии. До этого был Дмитриев тут, владыка Максим, его куда-то в Елец отправили. Отношения были, как говорят, сложные. А этот, вот почему такой он архиерей? Ответ один. Такой он и есть по числу своих лет. А кроме того, он не внезапно был, как вот предыдущий, его там был харистом, выдвинули, а этот был священником в Эстонии. Служил в Чехословакии, там, в Иерусалиме, кажется, и везде у него благодарность от всех. У него мирный. Ему и здесь разрушенные отношения были с властью. Он все направил. А почему вы считаете, что по вашей молитве? Да мы молились об этом. И что, вы не откажете в молитве? И вы, вот, когда здесь было прощенное воскресенье в этом году, в 21-м-то. Ну, а Володя-то снимал все, видно, он как стоит, благословляет, меня увидел, его улыбку, это нельзя состроить. И говорит, да он это перед вами, да что он передо мной, он генерал-полковник, а я эфрейтор. Что спрашивает-то? Он обнял, и крест, он у меня, крест с обратной стороны, рукобрикет у него крест, он меня с крестом обнимает, сам не то что улыбается, прямо смеется. Батюшка был, он всегда про меня спрашивает. Это Господь делает так. Я больше всего страдал от того, а здесь нет этого. И поэтому я даже не могу слова сказать про этого, который священник с собой так сделал, даже пожелать ему. Но в домашней молитве разрешается для того, чтобы не так унывали сильно уже. Они могут. Это обо Льве Толстом было сказано. Она спрашивала, сестра его, когда вроде анапиями предали, а теперь разбирайся, анапиями не было. И вот ко мне звонит еще кто-то, сестра Татьяна Капустина. Вот что мы знаем? И он сказал ему, там, кажется, оптинский старец Анатолий младший, сказал, в домашней молитве сестра, она была инокиня, кажется, можешь поминать его, этого льва? Вот так. Вот мое мнение не об конкретном человеке, а о том, чтобы они в военных действиях не участвовали, а подражали Спиридону Кислякову в его покаянной книге. Ее нельзя даже читать спокойно. По неволе слезы наворачиваются. Это мог написать только человек, рожденный свыше и движимый Духом Святым. Он один на всю мировую историю, может быть, которые военные дела были и были при власти, и сами себя унизили до преисподней. Я вас в ад гнал, люди. Ой-ой-ой. Вот все, брат. Надо почитать, надо будет. Интересно, сейчас издадут такую книгу Спиридона Кислякова или нет? Так, подожди маленько. Еще-то я сейчас я посмотрю, как тут войти, чтобы мне видно было тебя. Вот так. Так, что сказал-то? Я говорю, интересно, сейчас Спиридона Кислякова эту книгу издают или только в электронном виде можно тут найти? Нет, издают. Она была книга здесь. И Володя насчитывал. И там сумасшедшего офицера он как лежит. Ее, кажется, Никита Колесников насчитывал. Это удивительно. Он полностью раскаялся во всем. Такого покаяния у военных, сколько их было? Ну, у меня тут есть это, в моих книгах написано, сколько было полковых там священников и прочее, сколько на море было. У меня все данные, они опубликованы в книгах. Я имел доступ до этих ресурсов. Еще до интернета. Ну да. Вот. А вы не знаете, кстати, насчет полковых священников, а вот капелланы, положим. Капелланы, они тоже благословляют их на убийство, или они все-таки этого не делают? Не могу я сказать, потому что они все разные. Капеллан где он? К англиканской церкви, к кальвинистам ли приходится, и там много их каких течений.
Это надо смотреть и знать. Подробности мне это не нужны, я к ним не принадлежу. Но они там, главное это исповедовать. А исповедовать вояк, которые убивают. А он сам-то не убивает. То есть, я думаю, они почти не отличаются. Даже вот эти сидели на Нюрнбергском процессе, и уже приговоренные, но суд еще шел. И к ним специально был капеллан послан. И он имел доступ там до Геринга, беседовал с ним. Он говорит, я не верующий, но все-таки исповедоваться там что-то хочу и другое. И которые были сильно религиозные, повесили-то одинаково всех. А другой там ничего нет. Они готовились к смерти, он их причастил. А который говорил, я не верующий, но исповедовался, того он не причастил. А зачем это нужно тебе? Ты же не веришь. Вот я про них прочитал капелланы, как он из Америки, как его пригласили, как он был и как поехал. И подробно меня все это интересует. Я все эти данные имею, они где-то у меня даже помещенные, кажется. Ну, меня вот, я недавно пересматривал этот, я его видел, по-моему, раньше тоже. Именно Нюрнбергский процесс, как идет. Меня поражает другое. Каким вот безбожники, насколько это вообще они поступают, я не знаю даже, каким слово подобрать. То есть, одно государство победило другое. СССР победила конкретно Германию фашистскую вот эту. И эти теперь их сидят, судят с позиции силы. Если бы немцы победили, никто бы их, понятно, не судил. Да. Эти их сидят, судят. И потом они их судят за что? За то, что они сатанинские просто одержимые убивали людей. И их же самих, те, которые судят с позиции гуманизма, вот этой безбожной, неверующие, они их сами убивают. Вот они показывают, лежат трупы. Но если ты такой человеколюбивый и судишь людей за то, что они убивали, зачем ты их сам убиваешь-то? Вот это мне просто не входит в голову. Ну ничего нет, так Геринг как раз и говорил, говорит, вы судите, потому что победители, вы такие же сами, посмотрите на свой ГУЛАГ, сколько вы своих победили. У нас в лагерях были, да, гибли, но у вас в 100 раз больше погибло, это 66 миллионов. То есть это там, он захватил буквально все, и они не знали, что с ним делать. Процессом будто бы Геринг руководил, правая рука Гитлера. Ну ему, конечно, отомстили за самолеты, за все, и главное... Передали военному, который главный у них там был, Дёнис, ну, подводные-то лодки, сколько погубили всех кораблей-то. Кажется, ну, только военные были, другого преступления-то не было, все равно повесили. Один там так, отравился. Много крови взял на себя. Да. Ну, я про то, что, конечно, если бы действительно люди, которые их судили, ну, были бы хотя бы... верили в то, что убийство это плохо, они бы сами тогда их не убили. А это чисто вот, ну, чисто безбожный подход. А я тебя победил, а теперь ты будешь у меня тут, я тебя вздерну. Ну, это да, так и сказал. Геринг это как раз и настаивал на этом. Вы судите как победители, вы судите равно нас и себя. Он об этом говорил. Тайны-то никакой нету тут. Ну, меня не касается это. Меня касается только, зачем к церкви лепится, если он убийца. Какое отношение? Вот развод. Ну, разводись. Вот сейчас там Рамзан Кадыров там женился, вторая это у него жена. Первая говорит, я не против, раз разрешается. То другое. Так нападает на него. Там женщина интервью дает. Я думаю, поди скорбит, что ее замуж не взяли. Да, у нее там элитные дома, там дачи, там второй жены-то где-то. Она как на конкурсе красоты была. А он там танцует, Рамзан Ахматович, что он здоровый, крепкий мужик. А почему нет, если у него это разрешено? Так он, ну что у нас, халифат в России? Что Путин смотрит? А он сам отвечает, Рамзан Ахматович, и говорит, Путин больше занимается нечем, нашими женами разбираться будет. У него там глава администрации, там уртом какой-то, тоже две жены. Я женился второй раз. А вы его хвалите всегда, Рамзана Ахматовича. А теперь он вторая жена. Я на это не смотрю. Это его книга, говорит, ему разрешено 4, так что меня это не смущает. Он закрыл ворота, нет взрывов ни в метро, нигде. Я вот что имею в виду. И поэтому я там был несколько раз в Чечне. Я был в Беслане, где захвачены были дети, это там в Северной Осетии, кажется, в Буденновске, все снимали, интервью брал. Ну, где захват все был, мы все проехали. Вот, и везде книги оставили.
И мы видели. И смотри, какая тишина. А вот он там, которые были, ему там за границей находят, убивают. Это все так делают. Это мы считаем, и, да, Соломон, там какой Иеровоам, кто бежал, где находили, их убивали. К примеру сказать. Они в Египет бежали, а посланы были туда, нашли и убили. Да, у нас специальный отряд есть, я знаю, подразделение. Федеральной службы безопасности, или где-то там они приписаны, и к разведке приписаны, грушные, которые вычисляют, прямо у них специальное задание именно поехать и на территории другой страны. Да, скорее всего, это грушные подразделения. Но они истребляют там. Я говорю об этом. Вот. Я, ну, слежу за политикой, потому что я много занимался этим. Вот против президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, которые воевали, они все кончаются какой-то смертью. Возьмите немцов. Чего дунуло на это? Исчезает. Левашов, там эти где-то поднимались. Петров, генерал, давай Путина трепать. Константин Петрович, кажется, внезапно умирает. То есть я перебрал сколько там, прям много. И даже это, Новодворская, что ее леший тянул? Она на него начала говорить, от какой-то там бородавки умерла. Взяли в больницу и перечисляют. Я ни к чему, нет, я просто факты говорю как. А если он участник, мне зачем это судить? Я знаю, не надо этого делать, его трогать не надо. Они что? А как Навальному? Да никак. Я говорю, мы не обмылок. От него ничего нету. А сейчас там ему там и температуру меряют, и там бунтуют, а приехали из-за рубежа. Их там посадили в автобус, убили полицию. А как вы относитесь к этому? Никак, я молюсь. А вы не хотите? Никак. О нем молитвы даже у меня нету. Нет молитвы о нем. Закрыты уста. Куда он лезет? Зачем? Что он лучше даст что-то? Нет, конечно. Надо разбираться, а не так, что там каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, как Шатару Ставели писал. Витя с тигровой шкуре-то. Не надо. Нам дано право, право дано молиться за царей начальствующих. Я и молюсь, вспоминаю. Тогда был там Трамп, молились за Дональда, а сейчас за Зарзепа, этого Джо, сокращенно, Байдена молимся. Почему? Чтобы обратил Господь, чтобы был мир, чтобы не было убийства, ну и прочее все такое. Ну это вот мы говорим сейчас про Россию, а в принципе я читал это и про США, и про Белоруссию, про все страны, что именно вот это к власти пристегнуто, вот это еще смерть. То есть начинают умирать там конкуренты на президентские посты там и прочее. Ну и мы просто как христиане, мы что можем сказать, что это просто беззаконие, это люди губят свои души и все, приступая к заповедь. Да. Мы с христианской стороны, у меня есть материал к истинному православию, я говорю вам, любите врагов ваших, любите. И там все это написано, кто был против. Вот мы молимся Ирону, он снял с себя одежду и не пошел. Вот Андрей Стратилат, там сколько их, 2800, кажется, человек было, воинов, обратились сразу. И они их нагнали, там убийцы Селевк, голову опустили, они голову рубили, как пшеницу. Все на небе. Царя кто убивал? Там все эти Голобородовы, Белобородовы, все они уже там на том свете. Ну и что? Царь бы все равно умер, Алешка больной был, а девушки остались девицами навеки. Так что, когда ты веришь, что суд Божий будет, тогда все по-другому выглядит. По-другому. И поэтому, вот, которые занимаются, там, курируют, как говорят, окормляют. Слово интересно, окормляет. Вы зарядите, когда в Википедии слово окормляет, означает отравляет. Отравляет, перекармливает. Два значения нету. Применили к причастию. Не то, что участник Тайной Вечери Христовой, нет, окормляет. На другого значения слова этого нету. Обкормили. То другое. А кто вас окормляет? Я даже слушать не хочу. Я к Богу пришел, Он не окормляет. Он делает причастником плоти и крови своей. Хороший вопрос я задал. Вот я, когда смотрю, где-то заранее материалы готовлю, что там было, давай дальше искать. Рукоположено раньше времени, да, сейчас на это внимание не обращают. Но главное-то, что он участник благословения многих убийств. Ни одного, ни два. Медали эти... просто тебе так не дают. Это он награжден. Я был с одним, беседовал у меня
священник, мы на дому у него ночевали. Он там какие-то парашютные готовят отряды, и он с ними. Бывает, боится прыгать, а он первый. У него там больше 1000 прыжков уже везде. Ну и, конечно, медали ему дают. Батюшка хороший, все, и меня просил где-то найти спонсор, купить там хорошие парашюты, они стоят там дороже дома. Прямо интересно как. Я говорю, нет, батюшка, мы молиться-то будем. Кажется, Игорь его звать. В Адригее. У меня ролики там сняты, мы внутри когда были. Вот все, он летает, а уже ему 60, наверное, лет с лишним. Все прыгает. Это кости целые. Ну и где-то все равно, вот этот, который... Билл Грилса, где Грилс, выжить во что бы то ни стало, он везде прыгал, все, и что, он не раскрылся парашют, и он, ну, высота, видать, небольшая была, он грохнулся и ноги все переломал. Такой мужественный человек в разных местах, в горах, в ущельях, в Сибири, выжить во что бы то ни стало, он мне нравился. Он в спецназ королевы входил. И он рассказывает, как там выбрасывают, когда их только было человек 12 команды, и в такие труднодоступные места обязаны быть. А какой-то оказался слабый, не выявил, все погибли. Вот так. Так, это, к себе не прикасайся. А кто? Я тут описано сегодня, набрал тут много, яд выпить, другие задавились. Я считаю, где-то его... Какой-то журнал был в одном доме инвалидов. Скобка, около скобки там крючок изнутри закрывались, чтобы инвалиды разные, больные. И на крючок кто-то подошел, на колени встал, там что-то накинул, шарф или просто, и задавился на коленях. Крючок-то у него ниже головы. Проходит несколько дней, еще один задавился. И 13 человек повесилось на этом крючке. Психиатры поехали, судили. Никто не знает, что говорит. Вырвать его надо, крючок. Вырвали, больше никто не было. А в других рядом комнатах, палатах, с крючками никому не надо. Почему? Кто-то заговорил. Это Библия об этом говорит, что это Житие святых, если сказать, говорит об этом. И они вот так вот, демон прилепился, и он тянет их. Маленький какой-то неурядица, кто-то сказал, он... У нас одна была знакомая, у нее рак был, и она хорошая женщина. Ну, веры, видимо, никакой не было. И ей трудно было переносить. Она на кровати лежала, как полотенце за спинку. Взяла вот так вот. Ну, тут как может перехватить-то? Полотенце мягко задавилось. На кровати лежа, не на подушке. Намастила все и легла, и полежала маленько. То ли во сне, или я не знаю даже, как можно задавиться это. А причин для самоубийства сколько? Допустим, обыкновенная смерть, а какая причина-то? Убили тебя, сбросили, отравили. А для самоубийств, ну сколько там, 90, кажется, 9. А способов, как это сделать, 400 с чем-то, кажется. Даже вот утонуть, как, когда, почему, говорят, Гитлер раздавил салист и калий одновременно выстрелил в рот. Для контроля сам себе. Ну, так ли было? А другие говорят, он вообще не умер, и он где-то там умер, в другом месте, в Бразилии или Парагвае. Ну, я слышал, что он где-то в Антарктиде или где-то там себе бункер подводный делал. Ну, а как все-таки? Сталин не знал как. Ну, в убийство Гитлера он не верил, Сталин. А у него все данные были. Двойника там какого-то. А когда стали смотреть, у двойника рваные носки. Говорит, Гитлер не может в рваных носках быть. А когда врача зубного стали, там, который делал, что-то посмотрел, и говорит, сходится, а вот это нет, такой зуб не вставлял. Ну, они готовят для себя. Пустой разговор. Да. Главное, чтобы мы этого не делали. Молились и доверялись Богу. А мне сейчас не раз говорят, а вы не думайте, что говорите, выступаете, и вас убьют. Меня за что убивать? Я даже не знаю, но я проповедовал, буду проповедовать. А им не нравится то, ну, я знаю, вот другие со мной сидели. Да, меня КГБ вело, Московское МГБ, МГБ, Московское КГБ. Они какой-то знак сделали. Бывает, красная на бок стоит так, это склонный к побегу. Вот Навальному это сделали, его там через каждый час его будят, ты здесь, его фотографии сверяют и уходят. Через час опять военные приходят, ты здесь. У меня этого знака не было, но какой-то знак был, что они меня не трогали нигде, ни на пересылках, нигде.
Что там было, я не знаю, но какой-то знак был. Потому что если всех избивают, а мне сразу, вы пойдите там в красный уголок, там журналами займитесь пока. А тут прямо убивают. Вот да, поэтому да. Нехорошо, как будто такое у меня. Передачки какие попало, не передадут. Но они меня и охраняли, посадили и охраняли. Меня не били, не долбили. Хотел сказать, а вы знаете, этот Бэр Гриллс, которого упомянули, он в 23 года зашел на Эверест. Самый молодой британец. В книгу Гиннесса даже попал. А что он сделал? На Эверест зашел в 23 года. Причем у него было повреждение спины. И после 8 месяцев прошло, он восстановился и зашел в 23 года на Эверест. Самый молодой британец в книгу Гиннесса попал. Вот я такое считал, японец. И он один. Все самые большие вершины в мире победил один. И теперь достиг Южного полюса, пошел на Северный. И внезапно исчез. Или прорубь там эту, ну, между. Бывает, снег задул. Но тогда люди, когда идут, у него с собой палки лежат вот так. Он падает и на палках повесит. Твой один бы помог, а так никого и нету. И он исчез бесследно. Покорил самые большие вершины, и оба полюса, может быть, даже, но потеряли с ним связь. Ну, а зачем это нужно? Покорил, что покорил? Она стояла и стоит, а там такие демоны, и там никто не хоронит, они так во льду и торчат. У нас здесь в общине была Конева Валентина Павловна, и у нее зять, на Наташе, и дочери женатой. Мужик так нормальный, хороший, все, голосовал за Жириновского. И вот в газетах напечатали, их там сколько человек, 4, один там Плотников был, он заболел. Вот как на гору Этартон-то пошли 10, а 9, один заболел, остался. Группа Дятлова-то, которая. Здесь такая же история. И они зашли, их спонсировала Эллингбанк, называется у нас, и газета была «Время и деньги». Они их напечатали, а так как я кого-то знаю, мне было интересно. Тем более, меня там печатали в этой газете тоже. И вот они когда погибли, Эллингбанк лопнул, и газета исчезла, и группа исчезла. Они там к чему-то ее готовили, там посвящение какое. Интересно, его жена этого, который был, Николай Шевченко, фамилия его, его, кажется, Олег звали. Не Иван он. Вот. И она вышла второй замуж. И тот оказался каким-то как альпинистом, сплав по реке, и тоже опрокинулся, утонул. Вроде да, бы замуж выходила за здоровых, а они оказались скоро приходящие. Я смотрел фильм «Ген высоты» называется. Как пройти на Эверест. И там страшный эгоизм. Но это я еще альпинисты, у меня тоже знакомые есть, профессиональные альпинисты именно. Там вот ты идешь, идешь на гору, видишь, человек погибает. Но тебе надо зайти. У них такая в голове установка. Пусть он погибает. Мне надо идти, неважно. Да. Я считал вот про это. Единицы, Анатолий Букреев, Сергей Кафанов, Надав Бен-Яхуда, это люди, которые альпинистами, они спасали других. Постоянно спасали. И все равно многие из них сами погибли. Восходя куда-то. То есть там страшные. А которые там местные люди, они знают, что эти горы охраняются их духами. И поэтому идти туда, если попадают шерпы там по горам идут, до определенной, где стоянка внизу, там километр, может быть, на два ближе до вершины-то. Ну, там дует, то палатки поставят. А туда пошли, и в это время началась там буря эта. И они, видимо, в темноте, там, ну, кислороду нету. И Николай Олегович, кажется, вот как его, Шевченко. Вот про самоубийство еще хотел сказать. У меня есть однокурсник, я «Дружба народов» университет закончил. Там у нас разные из Африки там и прочее. И один сейчас живет в Японии уже давно, в Токио. Он верующий, но он не православный. Я не знаю, какая-то еретическая там у них. Не знаю точно, кто он. Все никак на занятия его к нам не позову. Так вот, недавно, интересно, он рассказал, что там, ну, Япония тоже, она не последняя страна по самоубийствам. И он говорит, одна из причин, что люди не говорят друг с другом. Они сами в себе замыкаются, и вот это, сатана тут работает с ними. И я также смотрю по верующим даже людям, которые
не общаются, то есть, а вот я там, мне нечего сказать, или там стыд какой-то ложный. Вот они тоже могут попасть под это. Потому Да. что он как бы и сихаста из себя там пытается делать, там уединение, вот это все прочее. Но это вот часто приводит к тому, что сатана тут начинает люто работать с такими. Поэтому общение не избегайте, нам Библия говорит постоянно. Ну, там в Нидерландах, где-то в Бельгии, где-то это автоназия называют. Они разрешают. Родные согласны, она неизлечимая болезнь, врачи подтверждают, ему уколчик, он медленно умирает. Это самоубийство. Это, бывает, люди курят, 12-15 лет жизни отнимает, и от туберкулеза умирает. Это самоубийство. Наркотики дальше 36 лет редко кто проживает. Самоубийство. То есть, вот так, курит, если трубку, рак губы, сосет на свай, рак щеки. Ну, просто я видел таких людей. Самоубийца. Может быть самоубийцей по неосторожности. Неосторожности. Вот там студенты у нас работали на комбайн, еще туда понесло, а там и захватила его шестеренка и туда. Оттуда только куски вылетели, и все. Женщина у нас, соседка была, такая неповоротливая. Поезд стоит, а я жил вторая строительная. Поезда идут в обоих направлениях, грузовые только, пассажирские никогда не бывает. И там, и здесь светофор. И кто ко мне ходил, я всем выдавал свидетельство, что он обещается под поезд не лазить. Или обойди его, или подожди, когда уйдет, или найди, где переходная площадка. Ну, одна полезла туда. Ну, ее зацепила, и там, как Костя крутится, ее туда. Ну, и потом лопатой собирали и ходили, где она. Вот и все. Это самоубийство. Зачем ты полез? Хотя невольный. Невольный. Ну, как Бог разберет. Он не хотел этого. Самоубийца – это который сам на себя наложил руки. Самоубийца. Вот и все. Так женщина аборт, сделавшая правило Василия Великого 10, и то на 10 лет отучается от церкви. А это сам на себя. Да и пример-то какой. Пьяница да. Пьет, он жизнь его укороченная намного. И пьяный он куда угодно, на дороге там вылетает, самоубийца. Заснул, не больный самоубийца. Вляпался и все. Считает на дороге, вот я посмотрел, говорит, ну а как избавиться? Исследователи смотрят, лекарство только одно. Свернуть с дороги и хотя бы там полчаса, сколько поспать. Через 3-4 часа остановку сделать. Тогда этого не будет. Ну, мы ехали, когда мы ездили, миссионерская поездка была, у нас отбой был всегда, старались в 10, подъем в 2. В 2 часа ночи мы поднимались, и уже мотор заведенный. И как? Ну, два шофера, более опытный ведет ночью и ложится спать. А в газели там сиденье, все это можно ложиться. Он один спит, ему что требуется, там матрас, все есть, даже может раздеться. У нас опыт большой, мы все-таки прошли 120 тысяч километров, и ни аварии у нас ничего не было. Аварий много на дороге видели, прям много. Бывает так, дверка и мертвая рука торчит оттуда. Вот этот дедюшка Александр, он везде играл, артист такой, тоже на холм выезжает, и там написано, нет перегона, сплошная линия, нет, сунулся, оттуда идет. Ну и шабашность, погиб сам, и двое или трое детей, и жена. Я недавно только читал, 15-кратный чемпион мира по армрестлингу, Александр Пушкарь такой, он погиб как раз тоже в ДТП, ехал на соревнования куда-то в Польшу. Представьте, 15-кратный чемпион мира, ему 33 года было, здоровенный мужик такой, Александр Пушкарь, тоже раз в ДТП, и все, под фуру попал. Ну и как-то навстречку выехал он, не знаю, что там, может, устал или что-то. И вот тоже 33 года, раз и нету его. Вот 3 года назад это было. Ну вот тогда, когда обращались за помощью, это лопнуло колесо и выбросило матушку. Прям под фуру шла. А он-то остался живой священник. Он где-то неделю прожил, тоже умер. Дети остались. А дети остались живые. Может, пристегнутые были, не знаю. Это вот смерть, ну, Господь так уже усмотрел, он не виноват. Мы ездили они куда-то на поклонение, по церковным правилам это неплохое дело. Не правилам, а ну, по обычаю так. Ну вот и все.
Да, ну спаси Христос, Игнат Тихонович. Благодарю за ответ. Так, я снова спрошу, про генерала ничего нет? Пока нет, я вчера звонил, он трубку не взял. Этот генерал, полковник, который, или лейтенант, генерал-лейтенант, по-моему, кто у нас там ищет? Иняков, который, Ну Артур да. Петрович. Пока молчу, ну, буду дозваниваться. Хорошо. Ну все тогда. Да, благодарю. Спаси Даже Христос. Царство Небесное не пожелаешь самоубийцам. С Богом. До С свидания. Богом. Харин, Господь.